перед лицом своих товарищей торжественно обещаю всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь. Быть защитником слабых, бороться за правду и справедливость, обещает тулячка Дарья Кучава. Вместе с ней клянутся 130 мальчишек и девчонок со всей Тульской области. Все участники первого регионального слета юноармейцев. На него они приехали в 51-й парашютно-десантный полк имени Дмитрия Донского. Сегодня вы, молодое поколение, вступаете в ряды Всероссийского движения юнармии. Вы добровольно берете на себя миссию по сохранению истории и культуры нашей великой Родины. Нести вахту памяти у вечного огня, заниматься волонтерским движением. Уверен и убежден, с этой работой вы справитесь. Будьте смелыми, будьте мужественными. Делегация Донского 5 юношей. Среди них 16-летний Сергей Власов. Считает себя настоящим патриотом. Молодой человек, постоянный участник вахты памяти и парадов победы в своем городе. Когда узнал о новом военно-патриотическом движении, поспешил вступить в ряды юнармейцев. Для меня это важно, потому что я хочу связать судьбу с армией. Хочу поступить в военную академию связи в Питере. И вот эти азы, которые мне дадут в юнармии, они мне пригодятся в будущем. На первом тульском слете юнармейского движения Сергей – ассистент знаменосца. Флаг военно-патриотического движения руководителю тульского отделения вручил Дмитрий Труненков, в недавнем прошлом олимпийский чемпион по бобслею, теперь начальник главного штаба юнармии. Очень хотим, чтобы вы были готовы на самые важные шаги в своей жизни, допустим, которыми является служение Родине. Но не обязательно это будет армия. Кто-то из вас станет великим ученым, кто-то будет защищать границы нашей страны. Кто-то будет космонавтом, архитектором или олимпийским чемпионом. Но самое главное, все ваши успехи и победы будут посвящены нашей Родине. Юнармия – всероссийское военно-патриотическое движение, которое было создано по инициативе Министерства обороны России. Таким образом, ведомстве намерено возродить старые добрые традиции молодежных организаций, где воспитывают добрую и отзывчивую молодежь. Тульская земля может быть, как никакая другая, пропитана духом патриотизма. И в этой связи не случайно именно вы, юнармейцы Тульской области, являетесь наиболее активными юнармейцами нашей страны. Региональное отделение юнармии было создано в Тульской области по инициативе Алексея Дюмина в мае этого года. Тульские ребята уже успели побывать на всероссийском слете юных патриотов. На нем избрали учредители движения. Это двукратные олимпийские чемпионки, заместители начальника Центрального спортивного клуба армии Светлана Ишмуратова и Светлана Хоркина. Они в числе почетных гостей на первом тульском слете юнармейцев. Площадка, где сегодня происходит все это мероприятие, это очень-очень трогательно, очень ответственно. И самое интересное – и понятное для ребят сегодня, они знают, что они добровольно вступают, наберут на себя полную ответственность за нашу страну. Региональный штаб у тульских юнармейцев уже есть. Осталось организовать работу в муниципалитетах. Стать юнармейцем, согласно уставу движения, может девушка или юноша старше 11 лет. Для этого нужно подать заявление и пройти собеседование. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Первый Тульский.